с понедельника. Все, что у нее есть, это родные и ее работа. Это тебе не спортивные соревнования. Между прочим, это мой долг. Тебе надо уходить с этой работы. Служа в полиции, уже невозможно представить жизнь без опасности. Это Комиссарова. Скорую, срочно. Перевозили золото. Прощали кого? Не слышала. Беда. Что? Отца твоего убили. Когда забирают самое ценное, остается долг перед самим собой. Лучше вам поехать домой. Вы мешаете нам работать. Да что вы здесь делаете? Мы вынуждены провести в вашем доме обыск. Не можете убить, знаете, да? И все решили свалить на моего отца. Нам нечего скрывать. Теперь найти преступника нужно ценой собственной жизни. Вы в порядке? Да. До свадьбы заживет. Что? Замуж не собираетесь? Собираюсь. Екатерина Климова и Сергей Горобченко в многосерийном фильме «Защитница» с понедельника на ТВ Рус.